Чикаго. Пора заняться делом. Владелец стрип-клуба, Дом Осмонд, также является осведомителем Блейка Декстера. Это он навел его на след Виктории. Я вычеркну его из нашего уравнения, пока он не причинил еще больше вреда. От себя. Птаха рассказал мне об этом не по доброте душевной. Смерть Осмонда ему на руку. Это шаткий союз. Нельзя забывать об этом. Опаснее добираться по тоннелям возле Рокси. Удачи, Амика. Я знал, что если много молиться, мне явится ангел. Все молятся. Отсюда можно вагонами вывозить. Все чисто. Это экипаж 319. Докладываю, прибыли на нижний Уэкер-драйв. Прием. Я здесь осмотрюсь. Ладно, только давай белого лысого мужчину лет 30-40. О, порождение нечистины! Простите за вопрос. У вас все дома? Ёбное дерево! Не приносящее дома! Шутил.
Вон там гляньте. Я его не вижу. Белый лысый мужчина лет 30-40. Санта-Клауса на страже Северного полюса? Это паршивый бизнес. И это очень паршивый район. Ты самый умный, что ли? Хочешь смотреть на сиськи? Плати. Да ладно. Как только тебе проникнешь вглубь, обрати внимание на барную стойку. Дом любит быть в самой гуще событий. Слышь, а поехали? Нет. Заходи, чувак, будь как дома. Молодец.
везде такое. Давай, давай, иди сюда. Проверь, что это было. Так и сделаю, жди тут. Погоди. Я что, взял и вызвался? Так, есть тут кто? А ну, выходи. Не знаю, брат. Что происходит? Бред. Исчезли. Я сказал, топай отсюда. Да отвали, голубчик. Жалкая породина мужика. Мой тебе совет. Наверное, копы вспомнили. Может быть, его стоят там, и он снился на гавайской шоу. Я потому и удивился. Он сказал, что торопится в Чайна-таун. Он не пропускает гавайские шоу. Черт его поймешь. Двинутый он. А, давай за работу. Круто построились. Мой раздолбай, Педро, тракнул твою чихуахуа. Кретина, откуда мы знаем? Без вас. Пойди и развлеки друзей. Но не давай им строить из себя хозяев. И думай о хорошем. Я отправил парней за этой твоей птахой. Если он работает 47-м, ему надо срочно подрезать крылышки. Позвони мне, когда девчонка будет у тебя. Декстер чует барыш, и я намерен получить свою долю. Бывай, старик! Ты был прав. Дом искал Викторию. Я вовремя до него добрался. Молодец, Амиго. Круто. Да, он тобой интересуется. К тебе идут. Некто Вейд.
Этот парень чокнутый, как мартовский заяц. Срочно тащи сюда свою жопу, иначе тут будет очень громко и очень грязно. Я тебе перезвоню.